Во время тихой грозы над Вайнлендом, штат Нью-Йорк, в облаках появилась странная аномалия в форме куба. Странное явление вызывает много вопросов. И некоторые предполагают, что это атмосферное преломление или оптическое явление, подобное миражу, но другие говорят, что это что-то необъяснимое. Мираж или фата-моргана искажает объекты вдалеке. Такие как таинственный город, плывущий в облаках над Фошень-Гуандун, Китай, или призрачный замок в стиле Хогвартс-Надзинань, провинция Шаньдун, тоже в Китае. Но это не относится к этой аномалии, поскольку она появляется ночью во время грозы и на расстоянии не видно никаких предметов или высоких зданий. Итак, что это может быть? Редкое атмосферное преломление или какое-то отношение к голографическому дисплею или параллельной вселенной? Как вы думаете, пишите свои мнения в комментариях и не забывайте поставить лайк и подписаться на канал.